Нет, 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 нет. А-то его за это никак. А какой он? Где он благовестник-то был? А Кронштадтский. Так кто? Кронштадтский, говорит. А он дома сидел. Тут его гоняли. Да нет. Он ни одного народа не просветил, никуда не поехал. Он собирался поехать, а потом говорит, а куда я поеду, когда дома по рабочим этим закоулкам-то пошел, и никто Бога не знает. Куда идти-то? Вот и все. Которое вам проповедовали, никуда-то, вам. И тогда все встанет на место. Вот это главный стих. А остальное, что тут там все объяснено, без толкования понятно. Он ветхозаветнее священство, все переносит на новозаветнее. Ну, ему простить не могли. Это единственный из 14 посланий, которые Павел не подписал из-за опасности. Везде начинается «Раб Божий Павел», здесь никого авторства нету. Ну так вот по стилю, по всему решили, все-таки это его дело. А он заканчивает, Игнат Тихонович, как обычно, благодать со всеми вами, он говорит. Да. Это очень похоже на апостола Павла. Да, но впереди этого нету, не сказано. Это поэтому вполне приемлемо. Да. Вот у меня сейчас такое состояние, я не знаю кому, но может быть Александр, вот вы. Вы знаете, Алфеева выдворили отсюда, как он прощался за ним, какие были должности, нигде претензий, дескать, не было. А за что же его убрали-то? С такой важной должности. Я сейчас этим вопросом занимаюсь и готов уже отвечать. Я прочитал все предположения, предположения, какие есть. Три предположения самые сильные, а остальные так слабенько. У меня совершенно другой подход. И при том подход не от того, что я тут нашел, а от того, как он сейчас себя ведет. Он скрыть не может этого. Вот вопрос. Серьезный? Да, очень, очень серьезный. Вот так. И заставляет задуматься. Да. Я вот сейчас, если отойдете, я выставлю, как-то мне надо сделать, чтобы просчитать можно было. Просчитать. Давайте. Давайте прочитаем. Какие три причины? Так оно у меня на экране, на рабочем столе. Вот надо вещи. А вы в чат скиньте. Игнат Тихонович, попросите это Владимира, чтобы в чат сейчас скинул, я зачитаю. Давай. Сейчас, Володя. Так я сейчас тогда отключаюсь отсюда. Нет. Или хорошо. Как? Не надо. Сейчас. Зачем? Не надо. Свернуть вот. Надо или что? В чат заходите. Подожди, мне же все взять тут, а надо. Ну, сверните. Ну, давай теперь. Все, ближайший круг, вот тут все есть. Это я закрываю. Закрывайте. Так. Вот маленечко я сейчас это...